Делаем патчи своими руками. Посмотрите, какие они получаются. Положите в стакан пару пакетиков ромашкового чая и залейте кипятком. После того, как ромашка заварится, уберите пакетики, положите ложку агар-агара и перемешайте. Подогрейте стакан микроволновки. Разлейте получившуюся смесь в формочку из-под патчи. После того, как формочка остынет, можно пользоваться. Сохраняйте видео в закладке, пересылайте друзьям. И спасибо всем, кто поставил лайк.